Холодная погода не помешала привыкшим к невзгодам людям в погонах провести митинг. Гости непогоды тоже не испугались. На площади перед памятником стражу порядка собрались полицейские, ветераны милиции и духовенства. Руководство и гости искренне поздравили непосредственных охранников правопорядка с их праздником и вспомнили о тех, кто погиб, сражаясь с преступностью. Благодарю вас за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за тот неоценимый вклад, который вы вкладываете в борьбе с преступностью. Хотелось бы пожелать вам здоровья, успехов и, конечно же, личного счастья. Разность конфессий никогда не мешала работать бок о бок, говорят ветераны. Сегодня они – пример для подражания, их участие в любом мероприятии ценно, считают молодые сотрудники. Сегодня присутствие опытных наставников было закономерным, ведь молодые сотрудники давали главную клятву своей жизни – служить гражданам своей страны. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Оперативный рабочий проработал 21,5 года. Это от опера до замначальника РОВД по оперативной работе. Через 3 месяца я раскрыл убийство. Ну, как было? Пропал пацан на опытном поле. Есть у нас такой район, опытное поле, железнодорожный район. Ну, целый год его искали. Нашли мы его в кустах, где вот Чуяга поворачивает, Вырыпаевка начинается. Вот там в этих кустах нашли его косточки. Никаких улик не было, но находчивость помогла неопытному милиционеру. Проходя мимо барака, который, кстати, стоит там по сей день, он заговорил с 7-летним мальчиком, сказав, что ищет такого-то. Мальчишка ответил, что его убили. И это стало той ниточкой, которая позволила раскрыть преступление, в раскрытие которого никто не верил. Романтика борьбы с преступностью и теперь привлекает много молодежи в органы. Сегодня присягу давали 30 человек. Моя полицейская жизнь как бы еще не такая и долгая, я не так давно работаю. Ну, интересные моменты, конечно, были. Приходится очень много работать с людьми, с населением административного участка, с неблагополучными семьями, надзорниками, профучетниками. Завтра молодежь сможет с полным правом праздновать профессиональный праздник. Мы присоединяемся ко всем теплым словам в адрес сотрудников охраны правопорядка, которые были сказаны сегодня и будут сказаны завтра. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.